Всем огромный привет! Добро пожаловать на наш с мамой канал. И сегодня у нас с ней снова заказ с интернет-магазина «Василёк». Да. Нам он очень нравится. Мама себе решила заказать новые платья, да? Да. Потому что доносила уже, выбросила старые. Плюс я заказала домашнюю одежду, ну, один, правда, костюм для своего племяшки. Ну так, мы один пока. Если что, если он будет носить, ему понравится и все подойдет, то мы закажем ему вновь. Потому что да. Да. Итак, вот я разложила наш заказ. Начну с себя. Себе я заказала два костюма. Кто меня давно смотрит, тот помнит, что я в Васильке заказывала вот очень похожий костюм, только не с красным, а с черным. Там были вот такие же штаны. Да, только черно-белые. И футболка черно-белая. Я себе заказала 42 размер. Еще вот такой костюмчик с красненьким. Очень он мне понравился. И второй костюмчик уже с таким рукавом, как там, мам, три четверти, да, называется? Три четверти, вот такой вот кофточка и штанишки, тоже 42 размер. Вот, все это хлопочек, не знаю, качество, нам очень нравится с мамой, да? Вот, дальше, это я заказала мужу вот такой костюм, такие штаны и футболочка. А вот это я заказала племешу. Вот, не знаю, взяла ему 50 размер. Я знаю, что они маломерки. А какой племяшки моего размер? 46, наверное. 46, да. Ну, нет, ну я да. Не 44-46 где-то, да. Вот мы ему одежду покупали. В общем, сейчас он померит, тоже посмотрим, как он. Ну, вообще мужское, оно вроде маломерка, да, поэтому я взяла 50 размер еще. Ну, так как это хлопок вдруг подсядет, в общем, будет красота. На вырост. На вырост, да, мы с мамой. Ну что, 18 лет они растут. Ну да. Если курить не начнет раньше. Мы его убьем за это. Вот, а это два платья взяла мама себе носить дома. Первый вот такой, мама взяла размер поменьше, 58. Раньше она брала 60 размер, но решила поменьше. Здесь вот такие кармашки. Вот так вот они должны быть. Вот такое платьице, тоже хлопочек. И вот такое, без рукавов, тоже 58 размер мы маме взяли. И оно снизу идет вот с такой красивой бахромой. Лапша нарезанная. Лапша нарезанная, да. Мама хотела, чтобы у нее были длинные платья, потому что им что-то в последнее время очень нравится длинно ходить. Да. Вот, так что вот такие два платья тоже сейчас померим. Так, а еще мы взяли уже, ну, это я до кучи взяла, очень нам понравились вот эти полотенца. Это какие? Туркменистан, да? Туркмения. Туркмения. Очень хорошие. Да, 100% хлопок, они мягкие. Вот сколько мы их стираем, да, которые тоже в Васильке мы покупали, и они, ничего с ними не произошло. Мягкие, вот как купили мягкие, так и остались, да. Шикарные, шикарные. Да, поэтому мама сказала, возьми еще хотя бы одно полотенчико. Да, и еще взяли скатерть. Да, вот скатерть, да, это обязательно. Вот, на наш стол вот такую. Ну, ненадолго. Да. Мама, кстати, думала, что будут вот эти кружева, какие из пластика, да, сделаны. Они оказались из пластика, да. Они из пластика, да? Да, они, ну, как это, вот такие. Вот китайские такие подблюда, как они называются-то? Да. Ну, разложим, а потом покажем еще на столе, как смотрится. У нас стол овальный, поэтому мы большой взяли. Да, размер. В общем, вот такая вот скатерть. Да, потом положим на стол. Нам очень симпатично. Нам она понравилась. Мама очень симпатична. Да, и вот это мама думала, что это будет кружево такое. Ну, тряпочное. Как, тряпочное, да. А это оказалось именно вот такое. То это хорошо, что можно его будет мыть, и оно не запачкается раньше. Ну, да. Ну, сейчас давай все мерить. Сейчас будем мерить. Да. Еще забыла показать, в этом заказе у меня были плавки для деток. Вот эти две пары я заказала старшему и две пары младшему. Но младшему, мне кажется, они будут немножко великоваты, по крайней мере, вот эти точно будут великоваты. Но ничего страшного. Вот. И вот такие это младшему. Размер я взяла
38. Это у меня, ну, примерно рост, на рост 128 ребеночка. А вот этот вот я взяла 44 размер. Это на рост 148 у меня у старшего сыночка. Вот. Но они ему хорошо подходят, да, вот эти. Вот такие. Так что еще вот такие вот плавочки. Обратите внимание, что там в разделе появились плавочки, купальники для деток. И также забыла показать, я заказала своему младшему сыночку вот такие маечки. Он у меня ходит в них в детский садик. И, ну, под футболочку, под кофточку одевается. Единственное, что я заказала все на рост 134, побоялась, что будут маломерки. И зря побоялась, потому что... Получается, они идут размер в размер. Я очень сильно рекомендую вот эти серые маечки, потому что они прям трикотажные. Они очень такие мягкие, очень хорошо сделаны и идут размер в размер. То есть мне нужно было на размер поменьше. Но, с другой стороны, я в любом случае их оставлю ему на вырост. И три вот такие беленькие я обычные тоже заказала. Тоже 134 рост. Непонятно, зачем 134 я взяла, не знаю, в общем... В общем, они большеваты, но я думаю, что на следующий год точно он их поносит. Вот такие три штучки. Тоже ссылочки вам оставлю. Но вот эти обычные такие хлопок, то есть обычный простой, вот именно майки под низ одевать. А вот эти вот симпатичные маечки, то у кого есть детки, рекомендую. Они прям, видите, такие вот даже тянутся немножечко, такие трикотажные. Очень мне понравились. Именно вот эти серые больше. Ну, а эти беленькие просто обычный хлопочек. Да. Так, вот первое платьице мамино. Да. Очень смотри. Симпатичное, на мой взгляд. Чего ты? Все видно. Все видно, мама говорит, все ее обтянула. Ну, знаешь, такое платье повод похудеть. Одела, прошла мимо зеркала. И все. Так кожа-то остается, солнце. Ну, кожа, понятно. Ну, в общем, оно стречевое, да? Очень тянется. Вот так вот, опа! Да. Вот такие кармашки, но мне кажется, оно на самом деле оно делает такой объемный верх. Это у кого маленькая грудь? Очень да, хорошо, очень хорошо такое так полосочка. Да. Пару размерчиков. Мне кажется, тебе хорошо такое платьице. Ой, дома ходить. Да, мама. Не в халате дома. Самое главное. Главное не в халате. Да, и кармашки. И вот такое оно у мамы длины. Да. Нужно было еще длиннее. Да, маме что-то в последнее время очень нравится длинное. Так, ну и давай второе платьишко. Второе. Так, вот второе платьице. Да. Вот. Может, еще похожу сейчас? Да, может быть, лето еще маме. Порадует у нас. Ну, да, в принципе, у нас зимой жарко, маме поэтому жарко, маме самое то, оно вот такое длинное. Да. I am fashion. Мне вот название понравилось. Ну да, поверни спиной. Веревочки. Да. А это нет, а это вот чистая хэбэшка. Это же не тянется. Угу. Это уже не тянется. Ну, мне кажется, тоже тебе очень симпатично. Да? Ну, да. А дома мы ворусим в пору. Да. Ну, это мама в дому взяла, она будет тут. Ну, да, к соседке там прогуляться, как всегда. Да. Да. Да, вот. Соседка. И вот мой костюм. Красные штаны. Единственное, что здесь нету манжетиков внизу. Например? Потому что на черном были черно-белом внизу были манжетики. Ну, это и брючками. Да. У меня рост 1,65 м. Да ты что? Да. А ты не знала, что ли? Мама. У меня был 1,65 м. У меня рост 1,65 м. И, соответственно, штаны вот они. То есть они, мне кажется, ну, до 1,70 м. Нет, 1,70 м будет коротковато. Думаешь? Конечно. Вот. И вот такая вот кофточка. Кофточка шикарная. Да. Так что. Глазки только надо было пошире вот так вот. Знаешь, сразу бы увеличилась бы, представляешь? Ну. Не, ну здорово, здорово. Да, ну да. Ну, видите как. Вот. Да. Глазастенькая. И вот второй мой костюм. Но штаны на фото там были вот такие. Вот примерно вот так они были. Uh-huh. То есть у меня, получается, они длиннее такие, ну ничего, нормально. И вот здесь вот, ну они такие, они не свободные вообще. А это фасон такой, там да. Кокетка и складочки. Складочки, да, вот здесь вот такие. Ну, вот такая сверху кофточка, она тоже, в принципе, свободная. У меня размер 42. Я заказала оба костюмчика. То есть имейте в виду, что
идут размер в размер, получается. Размер. Вот, просто здесь уже такой фасон более как бы свободный, штанышки более свободные, но это хорошо для дома. Великолепно. Самое то, вот так вот. Угу. Вот. Ну, тоже симпатичненький, мне кажется. Горошек, как ты любишь. Да, горошек я обожаю. Да. И вот наша фотомодель. Вот так вот выглядит костюм. Ну, мне кажется, 50-й размер, в принципе, ему нормально. Мы же тебе 44-46, да, у тебя размер? Да. Вот. И, ну, поверни спиной. Получается, что мужская одежда, мне кажется, маломерит. Или, может быть, потому что это пижама, она должна быть... Ну, как бы это домашний костюм, он должен быть, мне кажется, немножко посвободнее, да, мам? Нормально. Да, да. Ну, вообще сидеть-то свободнее. Конечно. Ну, поверни спиной. Ну, я вырос к нему. Да. И рост у него 1,77 м, да, и по росту, в принципе, отлично. Это я брала уже не подростковый, не детский, а для мужчин. Да, то есть он мужских пижамах не спят, они все голые спят. Да, ну, кто в чем спит, да. Да. Вот, это он дома будет ходить, мне кажется, отличненько. Нормально, сойдет. Главное, чтобы носил. Главное, чтобы носил. Я не буду носить. Вот, да, вот он мне клянется божиться. Я ему спрашивала, я говорю, закажу тебе, будешь носить? Да, 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 да. Сестра моя спрашивает, Наташа, он точно будет носить? Да, да. Да, да, вот. А что в таких случаях делать, когда не будет носить? Накажем его. Глаз. Сразу так. Да. Как глоссы. Да что вот такой у нас красавец. Вот мы с мамой застелили скатерть вот эту. Она, во-первых, да, она у нас под цвет тут всего подобрали. А во-вторых, она, видите, такой рисунок имеет. Жаккард, мама говорит, это как называется. Как вышивка, смотри. Как вышивка. Ага. Вот он, не видишь? Как будто на машинке вышили. Но она клеенчатая полностью, то есть это клеенка. Пахнет. Даже пахнет, да, немножко. А сзади она такая даже, не знаю, как тонкий слой флизелина. Угу. То есть она не на ткани, потому что она мягкая, а вот, вот прострочена. Вот. Да, и вот эти кружева, видите, прострочены. Тоненькая. Она похожа на скатерть. Угу. Вот эта мягенькая. Вот та у нас дубовенькая, но... Да, старая у нас была дубовенькая, но она уже порезанная, поэтому мы с мамой... Решили поменять. Вот так вот она выглядит. И очень симпатично выглядит. У нас такой стол полукруглый. Овальный, да. Ну да, овальный. Полукруглый, овальный вот такой вот. То еще все разгладится, будет вообще красота, да? Да, очень хорошо. Вот. И по размеру самое то прям подошло. Тебе нравится скатерть? Да. Так а мы выбирали там. Ну да. И под цвет, под сиденье похоже. Так что хорошенькая. Вот мама уже тут поставила нашу эту штучку. Так что вот так вот симпатичненько у нас теперь тут выглядит. Все, мне очень нравится. Я на самом деле не люблю вот эти кружева по скатерти. Но мне кажется, выглядит очень симпатично. Да, мам? Да, очень. Очень. Прям так миленько-миленько. Нам понравилось, мама. Это пригодится. Мама тут старую клеенку складывает. Я говорю, надо выбросить. Нет, не надо. Она, хотя там в этом... Такая уже дубовая, в этих чернилах, еще непонятно, что в красках уже. Вот. Ну и не забывайте, что все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе на сам интернет-магазин и на все товары, которые мы заказали сегодня с мамой. Вот, так что переходите смотреть. Ну а мы с мамой будем с вами прощаться. Да. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте пальчики вверх, нам это очень приятно. Мы всех любим, целуем. До новых встреч. Пока. Пока-пока.